много видео хочу заснять, какие есть инструменты. Вот такие землекопатели. Огер. А вот буры для них. Это очень интересные вещи здесь увидел. Это называется sewer snake, для прочистки труб. Есть ручная, есть электрическая на 100 фитов, есть электрическая на 50 фитов. Насос. Submersible pump. Есть еще вот такие ручные, тоже для прочистки. Это плитка вес. Очень прикольные, популярные. Здесь тоже эти sewer snake. Это pressure washer. О, вот это для распыления. Я помню, мы распыляли хилтовскую противопожарку вот этой штукой. Здесь у нас есть резаки. Хилтовские резаки не популярные, потому что у них 20 ампер. А здесь розетки на 12 ампер. Тоже странно, как можно было напускать на рынок такое. Непонятно, поэтому не пользуется популярностью. Бензорезы, в принципе, пользуются. Ну так, редко. Больше вот эта Husqvarna, вот эта, которая с погружными двумя дисками. Классная. Макитовский став разный. Циркулярка, фрезер. Сабелька, лобзик, маленький перф, шуруповерт. Глубинный вибратор на батарейках. Супер. Это штука для insulation, blower. Панда. Точнее, не панда, а розовая пантера. Отбойники и комби перфоратора. Опять же, есть 16-ка Bosch, 11-ка, 8-ка. Есть хилтовский 3000-ный. Это а-ля двоечка, но пока немножко другая. Двойка. Так, здесь опять же большой плиткорез. Большие. Вот это классный 2-вольтовский плиткорез, пользуется популярностью. Тоже нравится, здоровый такой, но пользуется популярностью. Вот это для дерева. Floor Maintainer, Till Rollers, Floor Sanders и так далее. В общем, наждачка лепится, вот это или бесконечная. И таким образом сэндится ламинат, доска и так далее. Это плитку отколупывать, это пристреливать гвозди. Тоже классно, хардвуд. Немножко бензотехники. Ламинейт каттер. Ламинат резать. Плиткорез ручной. Bostitch. Очень популярная здесь фирма. Получается, это для скоб и гвоздей. Послот, спид, рамсет. Для дерева и для бетона. Это dehumidifier. Осушитель. Эти, забыл, цепные пилы. Ну и тут еще всякие дополнительные став. Вот такой вот Tool Rental. Home Depot, Канада, Виннипег.